Всем привет, с вами Юлия и мой факультет рукоделия. А это моя очередная посылочка сезона. Сейчас я вместе с вами открою эту коробку, и вы увидите, что я приобрела в этот раз на Озоне. На первый взгляд вам, наверное, покажется, что эта посылка совершенно не имеет ничего общего с рукоделием. Но я с вами не соглашусь. Та-да-да-дам! И это очиститель стекол Керхер. И сейчас я постараюсь вам объяснить, почему именно я решила это видео с распаковкой стеклоочистителя выложить на свой рукодельный канал. Дело в том, что я прекрасно знаю, насколько мало времени остается у каждого из нас на рукоделие. Так хочется повязать, повышивать, связать что-то с бисером или сплести какой-нибудь браслетик. А нам надо готовить, мыть полы, стирать, пылесосить, мыть окна и так далее. И вот с такими помощниками наши домашние дела будут проходить незаметно, быстро и, я надеюсь, с удовольствием. Раскрываем! Итак, сейчас быстренько покажу вам, что входит в состав, и пойду изучать. Вот это сам корпус стеклоочистителя. Здесь разъем для зарядки, то есть вот эта вот вилка для того, чтобы подзарядить устройство. Здесь кнопочка. Ух ты, он даже заряжен. Так, тут емкость. Резиновая такая кнопочка. Так, это у нас вот с такими резиночками планка. Так, вот какая штука. Это для средства, которое средство для окон, видимо, как-то разводить. Так, это вот, видимо, вот так. Вот, смотрите. Такая штука, и к ней идет, я так понимаю, на липучках тряпочка. Так, и в комплекте идет пакетик со средством для мойки окон. Вот тут инструкции, я надеюсь, русский есть. Русский есть, 45-я страница. Все пойду изучу и потом включусь, покажу вам, как эта машина работает. Ну и, конечно же, скажу о своих первых впечатлениях. Для того, чтобы начать уборку, разводим концентрированное средство. Здесь 20 мл. И вот в эту колбу входит 230 мл. Вот так вот я налила водички. Теперь мы должны добавить это средство. Кстати, вот сейчас я его использую. И где-то надо будет искать, если оно мне понравится. У кого есть такие стеклоочистители, напишите, где вы берете средства. Буду вам благодарна. Ну, пахнет вкусно. Накапало, правда. Все, теперь закрываем. Можно перемешиваем. Инструкцию я изучила. Тут все просто, все в картинках, все доступно. Как только он зарядится, я попробую его в работе. По инструкции я уже поняла, как его разбирать, как промывать, как он работает. В общем, все здесь доступно, все очень понятно, качество мне очень нравится. Вот теперь только осталось проверить его в работе. Смотрите, у меня есть вот такой длиннющий шкаф из 5 огромных дверей. Ну и вот разводы с прошлой уборки. Вот в таком состоянии. Сейчас как раз на свет это все видно.
Сейчас мы сделаем уборочку. Итак, первый агрегат брызгает. Дальше мы проходимся. Я не полезу наверх. Не буду заниматься альпинизмом на камеру. Вот, проходимся, значит, вот этой вот щеткой. Включаем агрегат. Что могу сказать? Я в восторге. Тут кое-какие загрязнения остались. Покажу с вами еще раз. Но не надо натирать. Не надо скакать вот с несколькими тряпками для того, чтобы убрать все эти разводы со стекла. Проводишь вот этими резиночками и все. На глазах разводы исчезают. Идеально. Сейчас покажу вам поближе. Ну вот, видите, где было все в пыли, в разводах. Стало все очень даже неплохо. Красиво, как будто солнце светит в окошко. Сами видите, нигде никаких разводов. Супер, агрегат супер. И это все будет происходить намного быстрее, чем если бы натирать самыми суперскими тряпками. Ну что, друзья мои, делаем вывод. Стеклоочистителем я полностью довольна. Помыть зеркала и окна с его помощью получается намного быстрее. Также его можно использовать для кафеля и, возможно, еще для каких-то поверхностей. Надо подумать, и, скорее всего, я найду ему еще какое-нибудь применение. Если у вас есть такой стеклоочиститель, обязательно отпишитесь в комментариях и расскажите, какое средство вы используете для вот этой вот помпы. Однозначно я рекомендую вам использовать этот прибор для уборки дома, для того, чтобы вы смогли освободить свое время для любимого рукоделия. Ссылку на этот стеклоочиститель я оставлю внизу под видео. Там же будет и промокод на скидку. Переходите, покупайте. Не забывайте использовать оплату бонусами «Спасибо». По-быстрому делайте все свои домашние дела. И встречаемся в новых видео, чтобы вместе порукоделить. С вами была Юля и мой факультет рукоделия. Пока-пока!